Мой отец говорил, что в мире есть два типа людей. Астрономы и астронавты. Одни наблюдают за звездами, другие к ним летят. Шаут Студиос. Он как бы был улучшенной версией меня. Ты мне не веришь, Эрин? Это настоящее безумие, Кэм. Тони, ты отдал субботние утренние часы другому шоу? Они захотели другого. Кент Армстронг. Невероятно. Вы ведь вчера разбились в машине. Не понимаю, о чем это вы говорите? Он как бы мой антитезис. Черт. Эмоциональное приключение разума. Старая ракета упала из космоса прямо на наш задний двор. Добро пожаловать в Fairview Heights. Это шанс. Это все происходит прямо сейчас. Вы же ученый. Что еще это может быть? Можно посмотреть? Да? Идем. У вас здесь груда космического металла. Постройте свою ракету. Это не так просто. А может и просто. Лучшая роль Джима Гэффигана. Помнишь, мы мечтали совершить что-то фантастическое? Куда это все делось? Да я здесь единственная здравомыслящая. Вы построили ее за месяц? Да. Я хочу ее испытать. Пойдем со мной. 3, 2, 1. И что? Да подожди ты. Эйнштейн создал теорию относительности в 26 лет. Делай то, о чем ты мечтал. Это не так просто. Это не так просто. Это не так просто. Почему ты это заладил? Что ты делаешь? Что-то фантастическое. Посмотри! Здесь такой вид, Кэм! А теперь откройте глаза. Астронавт.